Доброе утро. Добро пожаловать на 3-я арена. Это первый в истории стадион «Спартака». Была мечта миллионов спартаковских болельщиков, которые наконец-то обрели свой дом. И, конечно, необходимо отметить, что на нашем стадионе пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Сейчас мы с вами находимся в центральном вестибюле западной трибуны, который пропитан духом нашей славной спартаковской истории. Алексей Парамонов, Анатолий Ильин, Анатолий Исаев и Никита Симоньян. Самому старшему нашему ветерану Алексею Парамонову исполнится 90 лет. Это памятная для нас капсула. Она была заложена еще в чистом поле Пушкинского аэродрома в 2007 году. А текст, он находится, текст послания к потомкам, который как раз зачитывал наш олимпийский чемпион Анатолий Исаев. Газон, да? Нет, это пока еще не газон, дальше не космический. Вот наш красавец, да, стадион уже права пошла. Что это единственный стадион вообще в мире, где так близко расположен памятник. Это памятник нашим отцам-основателям, братьям-старостям, да, которые придумали и название, и эмблему «Спартака». Давай начальник команды, поэтому прошу под фотом. 94 года. Дай Бог нам теперь, чтобы немножко поднялось, поднялся наш футбол. Футбол поднимется, смотрите.